550 лет. Ну что, друзья, поздравляем еще раз нашу любимую столицу с днем рождения, с юбилеем 550 лет Чебоксарам. Чебоксары, гости столицы, мне хочется сделать вот так вот и помахать вам всем-всем-всем, но вы нам в ответ, с праздником! Ну и, конечно, приглашаем всех присоединяться к нам. Вот мы видим, что на зеленых лужайках собирается народ. Это неспроста, друзья, потому что прямо сейчас и здесь вы будете наблюдать феерическое действие. Главная сцена города – Певческое поле. А ведь не просто так его так называют, потому что именно здесь поют, танцуют, здесь наслаждаются замечательным, ярким праздником. И прямо сейчас вам это всем, чебоксарцы и гости, докажет академический симфонический... Чувашский государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста России Мариса Яглашкина. Арам Хачатурян. Вальс, встречаем! Симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы.
Руководитель народный артист России Борис Яглашкин. Мы продолжаем. Следующий номер «Ночь светла». Дирижер, заслуженный деятель Чувашской Республики Наталья Яглашкина исполняет заслуженная артистка Чувашии Маргарита Финагентова. Маргарита Финагентова, дирижер Наталья Яглашкина. Ваши овации нашим артистам! Мы продолжаем. Чебоксары – это город, у которого очень много друзей. Ну и праздничный привет нам присылает город Санкт-Петербург. От города Санкт-Петербурга, от правительства города. Небольшой сюрприз, интригу сохраним или представим? Прямо сейчас, друзья, на сцене появится человек, которого знает, не побоюсь этого слова, вся страна, потому что именно он стал победителем телепроекта «Голос», лауреат международных конкурсов. Встречайте, Петр Захаров! «Гори, гори, моя звезда» исполняет Петр Захаров в сопровождении симфонического оркестра.
гори, гори, моя звезда. Гори, звезда, привет моя, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда, ты у меня. Одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменная в душе измученной. Вечно неизменная в душе измученной твоих лучей волшебной силою вся жизнь моя озарена. Умру и я, ты над могилою гори. Гори, сияй, моя звезда. Не уходи, побудь со мною. Слова и музыка Зубова. Исполняет Петр Захаров. Побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи чело. Я поцелуями покрою уста и очи чело.
тут со мною пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви Жорж Бизе, цыганская песня из оперы «Кармен», исполняет Маргарита Финагентова. Слышишь струнный перебор, разливы звонкие металлу, веселье в таборе настало, родную песню грянул хор. Бьют бубны, словно охмелят, гитары стонут и рыдают, и рокот струн их разливает. Родных степей
кольцом обручены. Сперва струна звучит несмело, но грянул хор, все запипело, и в дикой пляске. На сцене Петр Захаров. История любви. Только лишь всего
стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Георгий Свиридов, военный марш, исполняет симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Дирижер Марис Яклашкин. Thank you.
Симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы, дирижер, народный артист России Борис Яклашкин. На сцене черноглазая казачка исполняет Маргарита Финагентова. Нашим артистам Маргарита Финагентова, Борис Яклашкин, симфонический оркестр. А мы продолжаем. Хотят ли русские войны? Слова Евтушенко, музыка Колмановского. Исполняет Петр Захаров. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашенных полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответ. Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на небе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны?
как мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою. На землю горькую свою спросите вы у матери. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны в исполнении Петра Захарова только что прозвучало с главной сцены республики, друзья? Ну и, конечно, очевидный ответ. Мы сегодня празднуем день рождения замечательного города Чебоксары 550 лет! Грустны, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь оно во сне. Но я лечу снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю, и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Под снежком снится вальс, как будто позабыл я про все, только память вновь заводит колесо, 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 и летит твое лицо.
И я лечу с тобой снова. Я лечу, и одно слово я кричу, кричу. Выходная ария Сильвы и Зафирета и Сильва Кальвана исполняет Маргарита Финагентова в сопровождении симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Дирижер Наталья Яклашкина.
Наталья Яклашкина. Мы продолжаем наш вечер. Композиция «Смуглянка» в исполнении Петра Захарова. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый, да клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущенный пред тобой. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. А смуглянка молдаванка отвечает парню в лад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога партизана в лес густой. Раз кудрявый, да клён зелёный лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке-молдаванке часто думала по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, да клён зелёный лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Исполняет Петр Захаров. Дорогие друзья, в честь того, что следующий год у нас будет юбилейным годом Великой Победы, это огромный праздник для всей нашей огромной страны, мне хочется, чтобы эта песня сегодня венчала
наш концерт. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену замечательную солистку, заслуженную артистку Республики Чувашия Маргариту Финагентову. Был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на листах. Это радость со слезами. Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, вот могли. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Победитель шоу «Голос» Петр Захаров. Заслуженная артистка Чувашии Маргарита Финагентова. Народный артист России Марис Яклашкин. Заслуженный деятель Чувашской Республики Наталья Яклашкина. Браво! Спасибо вам за ваше творчество, за этот прекрасный, красочный концерт. Симфонический оркестр Чувашской Государственной академической симфонической капеллы. Чебоксары, с днем города, с праздником, любимый, дорогой! Мы желаем тебе процветания, творческих побед и, конечно же, свершений! С днем рождения, столица! Еще раз ваши громкие аплодисменты. Мы благодарим вас за ваше творчество. Спасибо. Эти аплодисменты, эти овации всех чебоксарцев. Ваш адрес, ваша честь. Еще раз с праздником, жители и гости столицы.
Внимание на экран. Благодарность партнерам праздничных мероприятий, посвященных 550-летию города. Свой 550-летний юбилей. Наш город бережно хранит свою историю и черпает силы в своих корнях. В древних летописях сохранилась запись воеводы государя всея Руси Ивана Руна с первым упоминанием Чебоксар. Именно поэтому 1469 год считается официальной датой основания города. На берегу Волги, в устье реки Чебоксарки, войско, идущее из Москвы походом на Казань, остановилось на ночлег. И увидели воины кирпичное и деревянное здание, ремесленные мастерские и ухоженные поля. В 1555 году архиепископ Гурий, прибывший в город по поручению Ивана Грозного, осветил место Чебоксарского Кремля и первого православного храма иконой Владимирской Божией Матери, которая с тех пор считается покровительницей города и по сей день хранится в Введенском храме. По указу Ивана Грозного построен Свято-Троицкий мужской монастырь, Введенский собор. Чебоксарский Кремль играл важное стратегическое значение и был южным форпостом российского государства. Город охраняли высокие стены и въездные башни. Одна из них носила название «Тайниковая». Под ней был тайный ход, который вел на берег Волги. На вооружении города-крепости находилось почти 2000 стрельцов. Чебоксары, занимая выгодное географическое положение на Волге, становятся ремесленным, торговым и культурным центром. Особое отношение к городу сложилось у Екатерины Великой. Побывав здесь, она отметила: «Для меня Чебоксары во всех отношениях лучше Нижнего Новгорода». Значительный экономический урон городу нанесли многочисленные пожары. Самый разрушительный пожар случился в 1773 году, после которого императрица Екатерина II поручила разработать план восстановления и строительства города. Чебоксары стали первым уездным городом Казанской губернии, для которого комиссией о строении Санкт-Петербурга и Москвы был составлен единый градостроительный план. Центральные городские улицы являлись продолжением дорог на Казань и Москву и носили название главных объектов, расположенных на них. Большая Московская, набережная Лакреева, Покровская, Каретная и Благовещенская. Своим высочайшим указом императрица утвердила герб города и первую карту. Центральным символом чебоксарского герба стали 5 серебряных уток. Уникальный образ в мировой геральдике означает стремление к свободе, инициативе и к достижению поставленных целей. В 18 веке в Чебоксарах росло промышленное производство. Построены кирпичные, кожевенные, сальные и колокольные заводы. Чебоксарские колокола сыскали мировую славу. В 19 веке Чебоксары – уездный город с 4000 жителей. Большую роль в развитии города играют купцы династии Ефремовых. Они строят заводы, производственные предприятия, а родовые особняки становятся украшением города. Легенда гласит, что при строительстве этих домов в стенах спрятан камень Хризопрас, который был талисманом купцов. Красоту старинных зданий не стерло время, и они по сей день являются предметом гордости. 20 век стал знаковым в развитии города Чебоксары. В 1920 году Чебоксары приобрели статус столицы Чувашской автономной области. Строятся правительственные здания, открывают двери высшие учебные заведения, учреждения культуры. Появляется Национальный театр. Одним из ярких событий стало строительство первого звукового кинотеатра «Родина». Во время показа первого фильма «Чапаев» жители Будайки узнали в главном герое своего земляка. Где должен быть командир? Опять впереди? Налихом скорее! И первым ворваться в город на плечах неприятеля! Оп! На набережной разбили городской парк. Чебоксарцы любили прогуливаться по его тенистым аллеям, любоваться волжскими просторами с балкона города. Мирную жизнь прервала война. И
Из 40 тысяч жителей Чебоксар 14 тысяч ушли на фронт защищать Родину. Женщины и дети ковали в тылу победу. Большой стройкой начала 40-х стал оборонный завод, который строился в лесном массиве вблизи города. В 1941 году ценой невероятных усилий на фронт отправлена первая партия боеприпасов. Работа на Чапаевском заводе не прекращалась ни на день. Одновременно строились новые цеха и запускались производственные линии. Здесь трудились специалисты со всей страны. В начале Великой Отечественной войны в Чебоксары из Ленинграда и Харькова эвакуированы крупные промышленные предприятия. На их базе образован Чебоксарский электроаппаратный завод. В августе 1943 года начала работу Чебоксарская кондитерская фабрика, которая сейчас называется «Аконт». Май 45-го вернул ясное небо над Родиной. И столица Чувашии возвращалась к мирной жизни. В послевоенные годы набирает рост промышленность, строятся новые заводы. Начинает работу один из крупнейших в стране хлопчатобумажный комбинат. Налажен выпуск продукции чулочно-трикотажной фабрики, кабельного и машиностроительного заводов. Введен в эксплуатацию завод железобетонных конструкций. Город вырос, появились новые жилые районы. Чебоксарцев стало больше 100 тысяч. Ровно 55 лет назад по городским улицам пошли первые троллейбусы. В 70-е годы всесоюзными стройками, которые значительно повлияли на дальнейшую судьбу города, стали Чебоксарский тракторостроительный завод и Чебоксарская ГЭС. В январе 1972 года на площадке Чебоксарского тракторного был вынут первый кубометр земли. Затем были подняты первые стальные колонны. Воздвигнут первый цех. А в конце завершающего года пятилетки, в честь 25-го съезда КПСС, здесь был собран первый опытный трактор. Чебоксарская ГЭС увенчает Волжский энергокаскад. Январь 78-го. Бригада Бориса Дадониса завоевала право уложить в тело плотины миллионный кубометр бетона. Для перекрытия Волги нужно построить здание ГЭС, плотину, котлован, возвести защитные сооружения на сумму 100 миллионов рублей. Прошло менее 2 лет. Строительство Чебоксарской ГЭС близится к завершению. Осталось уложить всего 50 тысяч кубометров бетона. И вот наступает день 23 апреля, начало навигации. Шлюз Чебоксарской ГЭС входит первое судно «Ледокол капитан Букаев». Волжские ворота открыты для судоходства. Чебоксарская ГЭС работает и набирает мощность. Одновременно с ними возводится приборостроительный завод. Большие заслуги, достигнутые трудящимися Чебоксар в хозяйственном и культурном строительстве, город награжден орденом Трудового Красного Знамени. Строительство Чебоксарской ГЭС изменило облик столицы. Часть старого города оказалась в зоне сооружения залива и обрела новое лицо. В 1996 году строительство Чебоксарского залива было завершено дамбой через акваторию, названной «Дорогой к храму». Сам архитектурный проект был высоко отмечен и получил Государственную премию России. На рубеже 2000-летий Чебоксары открыли новую страницу истории, став поистине жемчужиной на туристической карте страны. Гостей, прибывших по Волге, встречает новый современный речной порт, аналогов которого нет ни в Поволжье, ни в России. Воздвигнутый в 2003 году 46-метровый монумент матери-покровительницы стал одним из главных и самых узнаваемых туристических символов города. Нам есть чем гордиться.
Чебоксар – родина легендарного комдива Василия Чапаева и генерал-полковника, героя Советского Союза Александра Боголюбова, прима Большого театра Надежды Павловой. Город юности космонавта номер 3 Андриана Николаева. Чебоксары дважды признаны самым благоустроенным городом России. Благоустроенная Московская набережная признана лучшей муниципальной практикой страны. По квалификации геоурбанистов столица Чувашии вошла в группу крупнейших городов России. Менее чем за 70 лет число жителей города с 40 тысяч возросло до 500 000 человек. Строятся новые микрорайоны. Благодаря поддержке правительства России и главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева благоустроен сквер Константина Иванова, кадетский сквер, дворовые территории и общественное пространство. Построены 20 детских садов и 2 современные школы. Открыта детская академия искусств и детский технопарк, Фоки, Ледовый дворец и центр маунтинбайка. Модернизирована дорожно-транспортная инфраструктура. Построены новые дороги, проведена реконструкция Московского моста. К 550-летию в городе ведется беспрецедентное по своим масштабам строительство социальных объектов. Откроют свои двери 10 новых детских садов. 1 сентября школьники пойдут в 2 новые школы. Будет проведена реконструкция Красной площади. Впереди много ярких проектов. Чебоксары – город наших побед. Город, устремленный в будущее. Столица Чувашии, город Чебоксары, принимает поздравления в честь своего 550-летнего юбилея. Президент России поздравил чебоксарцев с этой замечательной датой. Сегодня Чебоксары – большой, красивый, современный город с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, развитой социальной и транспортной инфраструктурой, богатейшим культурным, духовным наследием. Отрадно, что его жители берегут межнациональное согласие, приумножают традиции созидательного, добросовестного труда, стремятся внести вклад в благополучие родного города, Чувашской республики и всей России. Искренне желаю, чтобы вашим делам и начинаниям всегда сопутствовали успех и удача. Владимир Владимирович Путин! Дорогие жители и гости столицы Чувашии, Хизеплята Ванзем, Индержимарзем. Искренне поздравляю вас с 550-летием Чебоксар. Богатая история, самобытная культура народа Чувашии неразрывно связана с Чебоксарами. За минувшие 550 лет город Чебоксары прошел огромный путь от небольшого поселения до столицы республики. Сегодня Чебоксары – это индустриальный центр, в котором сосредоточен промышленный комплекс республики. Ежегодно вместе с вами открываем новое производство. Здесь сконцентрирован и колоссальный интеллектуальный потенциал. Вместе мы делаем город Чебоксары более комфортным для жизни. Благоустраиваем парки и дворы, строим дороги и целые микрорайоны, открываем новые школы, детские сады, современные поликлиники и больницы. Многое сделано. Еще больше предстоит сделать. В единстве наша сила. С праздником, дорогие чебоксарцы! Мира и благополучия! Пусть появляется больше жизнерадостных, новых, крепких семей и рождается больше счастливых и желанных детей. В них будущее города на Волге. Слава чебоксарцам! Да здравствуют чебоксары! Ура! Мы отмечаем 550-летие города Чебоксары! Ура! Ну что, чебоксарцы и гости столицы, вы готовы праздновать? Вы готовы? Вы готовы? Тогда мы начинаем!
живем в нашем городе счастье света, его имя в веках оставляет свой след. Говорим, Шупашкар, это предков земля, вся в легенды одета. Мы поем, Чебоксары, это город мечта, это город твоих побед. Там, где солнце играет с волной, затаился город сердцу родной. Рос украшен узорами тысяч цветов, город детства, словно из радужных снов. Не забыть фонтанов, танцы на ветру и восход среди распахнутых рук. Город мой, твои огни, как стаи белых птиц. Город мой, черпаю вдохновение из твоих страниц. И куда бы меня не забросила судьба моя, знаю я, ты ждешь, и я снова вернусь. Твои объятья. Мы рисуем наш город, и в этих картинах он разный. Многоликий, заботливый, шумный, весь он в парках, проспектах, домах. Но однажды, увидев утром, как несет свои воды Волга, мы поймем, где наши истоки и могучий полета размах. Волга, Волга, времени река, здесь на волнах вечности качаясь, проплывают годы и века, в каждой капле ясно отражаясь. Всплеск волны, и будто бы на свет из глубин ее достанет невод мудрость сказок, отзвуки легенд, наших предков старые напевы. Давно, когда текло рекою время, меж двух могучих древних берегов здесь появилось солнечное племя среди дубрав и заливных лугов. И как у них велось, трудились вместе, растили хлеб и собирали мед, и в этом светлом, благодатном месте родство с землей свой дом обрел народ.
Народ в трудах жил, щедрый и неспешный, чувашский род, природы плоть и кровь. И согревали мир их безмятежный три теплых солнца — мир, добро, любовь. Каким счастливым было это время, где люди почитали дух родства и помнили заветы старцев древних, передавая детям их слова. И если даже мир с пути собьется, придут и зло, и тьма, и холода, то три горячих, ярких, вечных солнца пусть будут с вами всюду и всегда. У вас в домах и на входных воротах, в шитье, в узорах и в резных венцах, и в песнях, и в сказаниях народных, но главное — во всех людских сердцах. В летописях 1469 года сохранилась запись о походе воеводы Ивана Руна на Казань.
В ней говорится о том, что воины решили заночевать на Чебоксаре, потому что увидели здесь кирпичные деревянные здания, ремесленные мастерские и ухоженные поля. Становление и развитие Чебоксар как города много связано с именем русского царя Ивана IV Грозного. В это время его дружины успешно боролись против Казанского ханства. И когда к Ивану Грозному направилась делегация из Чебоксар с просьбой о добровольном вхождении в состав русского государства, положительное решение царем было принято. И с 1551 года Чувашия стала частью Великой Руси. По указу Ивана Грозного в городе был заложен Чебоксарский Кремль. Иван Грозный заложил в Чебоксарах основы православия. По его указу сюда прибыл первый архиепископ Казанский Свияжский Гурий, который осветил город иконой Владимирской Божией Матери. По воле государя в городе стали возводиться первые храмы – Введенский собор и Троицкий монастырь. Так средь холмов стал город величавый, поднявши стены, крепость, купола. Чувашскими умельцами во славу здесь звонкие лились колокола. И жили все в добрососедстве, с душою благородной был народ, и всех гостей с открытым сердцем радушно принимал чувашский род. Oh,
18 век. Представьте картину. На светский прием все одеты в шелка. И волею царственной Екатерины герб города создан был здесь на века. В нем хмель золотой и дубовые кроны, трех солнц лучезарный сияющий дар. В гербе, словно в сердце, в свой город влюбленном, история жизни твоей, Шупашкар! Могучий взлет эпохи просвещения, ростки свои он дарит каждый год. Искусством и культурой с восхищением гордится в Чебоксарах весь народ. Поэты, просветители, актеры, писатели, ваятели, певцы, танцоры, музыканты, режиссеры, художники и зодчие, творцы. Их имена и лики величавы, их творчество и жизнь для нас пример. Мы верим в то, что город Чебоксары счастливым будет для больших премьер. Значение приезда императрицы Екатерины II в Чебоксары было поистине огромным. Она не только утвердила герб города, но и поручила разработать план восстановления строительства Чебоксар после разрушительного пожара 1773 года. Ну а просвещение и различные виды искусств благодарны Екатерине II за особое внимание и блестящее будущее развитие. Век 20-й, время героев, когда бился Чапай за народ, когда в космос взлетел Николаев, и война, когда всюду фронт. Никогда не забудем мы это, и шагать будет, это наш долг, в честь героев 20 века, в День Победы, бессмертный полк. Радыхай!
гражданская война. От темна до темна. Много полных родинок, только правда одна. Отвага, мужество, героизм. Чапаев – наш герой! Годы Великой Отечественной войны Чебоксары, ставшие столицей Чувашской автономной области в 1920 году, приняли на себя все бремя испытаний, невероятного напряжения сил, боевого и трудового героизма. Важнейшей чебоксарской стройкой в первые месяцы войны стал завод номер 320, будущее производственное объединение имени Чапаева, который уже в ноябре 41 года дал первую партию снарядов. В январе 42 года на проектную мощность вышел электроаппаратный завод, ставший флагманом в производстве различных электроаппаратов и узлов для авиационной и танковой промышленности. В городе было развернуто 3 эвакогоспиталя, где после лечения бойцы вновь отправлялись на фронт. Также в Чебоксары были эвакуированы десятки детей блокадного Ленинграда. В Чебоксарах проходило формирование 139-й и 324-й стрелковых дивизий. Боевое крещение 324-я получила в битве под Москвой, а закончила войну под Кёнигсбергом. Личный состав 139-й дивизии на 70% состоял из чувашей. Дивизия начала свой путь под Оржевом, а закончила в Берлинской операции на Эльбе. Основные тяготы трудового фронта выпали на долю женщин и юных чебоксарцев. Никогда Чебоксары не забудут своих героев и их матерей. Аджамурзен, чевашхалахем она, а не хюделевзе, а не кебе дезе чинеть. Чеваши деме савныш рада, хуйгазы града мана чинзе галать. Дети мои, чувашский народ называет меня «Мать-покровительница». Много горя принес фашизм. Нет ни одной семьи в нашей стране, которая не потеряла бы в этой войне своих близких. У меня война забрала самое дорогое моих сыновей и дочерей.
Но время лечит. Войну хочется забыть. Трудно жить с такой измученной душой. И сегодня я призываю свой народ простить причиненное ему зло. Но память пусть живет в вас. Она соединяет прошлое и будущее. С вами всегда ваша мать-покровительница. Эбе сирень бейяланах, сирень аннерь хюделевше, аннерь кебе. В годы войны из Чебоксар на фронт были призваны и ушли добровольцами около 14 тысяч человек. Из них погибли, защищая Отечество, более 5 тысяч бойцов и командиров. За мужество, храбрость и героизм, проявленные в боях за освобождение нашей Родины, более 9 тысяч чебоксарцев были награждены орденами и медалями. В Чебоксарах 21 века все, от мала до велика, сохраняют память о той страшной войне и гордятся своими героическими предками. Слава нашей великой Родине! Ура! Слава народу-победителю! Ура! Слава героям-чебоксарцам! Ура! Thank you.
Романтика строек, кутки заводские, боевой комсомол и любимый ДИА. Это наша судьба была, наша стихия, чебоксарская молодость. Ты навсегда! Нам выпало счастье жить. В этом городе прекрасно мне. Не хочется судьбы иной. Я хочу с тобой всегда быть только рядом. Ты, моя ты надежда. Я люблю, как и прежде, мой город у Волги родной. Стал путеводной звездой. Город мой, я люблю тебя. Мне приятна твоя суета. Я смотрю на тебя, и никак наглядеться нельзя. Мое сердце стучит и стучит, и как будто кричит, не молчи. Я смотрю на тебя, и никак наглядеться нельзя. Мое сердце стучит и стучит, и как будто кричит, не молчи. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. В космосе гражданин СССР, уроженец Чувашской Республики Андриан Николаев. Он жил и мечтал, он летал, как пел, наш герой, космонавт Николаев. Всем, кто любит дерзать, тем, кто юный и смел, этот взлет тебе посвящаем! Мы хотели бы плыть над облаками, от тумана до северных сияний, пролетать в большие города. Под крылом оставляя небоскребы, может, это и сон, но ты попробуй. Будет замер.
Чебоксары, на старт! Чемпионы, вперед! Все болеем за наших спортсменов! Чебоксары, держись! Чемпионам ура! Но за вами идет ваша смена! В нашем городе ежегодно проходит более 200 спортивно-массовых мероприятий, в том числе российского и международного уровня, которые объединяют всех чебоксарцев. В Чебоксарах активно действуют 7 стадионов, Ледовый дворец, более 20 плавательных бассейнов, центр развития маунтинбайка, около 100 современных спортивных залов. Единовременно все спортивные сооружения города могут принять около 25 тысяч человек. Чебоксарцы, на старт! Наш, как семья, очень разный. Здесь и смелость, и добрый взгляд. Деловой он, веселый, прекрасный. Да, уже нам 550. И всегда мы в работе, в движении. Знаем, новый рубеж будет взят. Ради наших детей, Чебоксары, нам же только 550! Любуюсь тобой, ярко сияет ты солнце, мой город родной, что над Волгой рекой. И в первых словах навсегда остается: вперед, Чебоксары, наш город крутой! И космос отдаль, и простор океана нас манят загадочной силой своей, но ждут нас любимые. Всем Чебоксары, к тебе мы летим, принимай поскорее. Наш город, мы дети твои,
знаешь, родной, за каждый миг, что мы с тобой, за то, что на земле живем не даром. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший этот день, за все тебе спасибо, Чебоксары. Чебоксары, 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 Чебоксары. Спасибо, Волга, мать река, за волны, ветер, берега, за наш залив, проспекты и бульвары, за шум листвы, за дождь и снег, за счастье быть с тобой навек, за свет в любимых окнах, Чебоксары, Чебоксары. Чебоксары, Чебоксары. Спасибо тем, кто здесь живет, кто учит, строит, жизнь дает. Спасибо всем, и молодым, и старым. Чувашской Республики Иван Борисович Моторин. Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Семенович Федоров. Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский. Руководство города Чебоксары, глава города Евгений Николаевич Кадышев, глава администрации Алексей Олегович Ладыков. Гвардии полковник, заместитель начальника 237-го центра показа авиационной техники Осякин Сергей Иванович и летный состав авиационной группы «Стрижи». Представляется председателю Кабинета министров Чувашской Республики Ивану Борисовичу Моторину.
юбилеем! Сегодня вам 550 лет! Желаю счастья, любви, благополучия! С праздником! Слово предоставляется главному федеральному инспектору по Чувашской республике Геннадию Семеновичу Федорову. Дорогие чебоксарцы и гости столицы, позвольте огласить поздравительное приветствие от полномочного представителя Чувашской, от полномочного представителя президента Российской Федерации при Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Уважаемые жители и гости столицы Чувашской республики, поздравляю вас с 550-летием города Чебоксары. В этот торжественный день особые слова благодарности выражаю чебоксарцам, которые ценой собственной жизни отстояли честь и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны, тем, кто трудился для фронта и налаживал мирную жизнь после войны. Более 70 лет назад десятки тысяч людей приехали в Чебоксары для строительства крупных заводов. Город принял эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. Были развернуты эвакогоспитали. Благодаря вашему труду, чебоксарцы, сейчас столица Чувашской республики – современный и комфортный город, дважды признанный самым благоустроенным городом в России. Народе Чебоксары называют «жемчужиной Поволжья». Город Чебоксары динамично развивается, активно участвует в реализации национальных проектов для улучшения жизни каждого жителя республики и всей страны. В Чебоксарах при поддержке правительства России создается туристический кластер «Чувашия, сердце Волги». Ведется масштабное строительство социальных объектов, благоустраивается общественное пространство, строятся новые дороги. В столице Чувашии рождается много добрых инициатив. Но главное богатство города – это вы, его жители, трудолюбивые, отзывчивые, любящие свою страну и готовы сделать все для ее процветания. Уверен, впереди у города много ярких событий, проектов, перспектив для дальнейшего развития. От души желаю всем жителям здоровья, мира и согласия. С праздником! Слово предоставляется высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому. Многоуважаемый председатель Совета министров, дорогие администрация, дорогие братья и сестры, сегодняшний особый день, праздник, 550-летие города Чебоксары. Этот город возрождается очень быстро, растет, красиво стал, красивее. Я 43 года здесь живу и видал, как он был город 43 года назад. Он сейчас уже возродился, уже такой красивый стал. И я приехал с Московской области с целью посада. Ну, я здесь был как командированный, но остался навсегда здесь. Потому что я полюбил чувашей. Особые они такие люди, трудолюбивые. И я очень всем благодарен, что здесь мне хорошо. Меня предлагали перевести в другие места, и я остался, как говорится, на всю жизнь. Спасибо вам все, чебоксарцы, вы труженики, вы любите работать, любите любить, и будем жить вместе, как одной семьей. Потому что когда мы вместе все, тогда и мы сильные, и никто не одолеет нас. Желаю вам здоровья, дорогие братья и сестры, трудиться во славу нашей дорогой Чувашии и нашей Родины. Помогай вам Бог, желаю вам здоровья, Божьей помощи, и всегда будет у вас хорошо. С праздником, дорогие братья и сестры! Желаю здоровья вам и всего хорошего.
Слово предоставляется главе города Чебоксары Евгению Николаевичу Кадушеву и главе администрации города Чебоксары Алексею Олеговичу Ладыкову. Спасибо. Добрый вечер, дорогие чебоксарцы, уважаемые высокие гости, дорогие наши, те, кто сегодня живет в городе, те, кто сегодня здесь растит детей, те, кто сегодня здесь строит этот город и надеется жить в нем дальше. Сегодня большой праздник, большой юбилей. И от имени всего городского собрания депутатов хочу поздравить наших друзей, наших соседей, всех, кто сегодня радуется с нами, с этим прекрасным праздником. Пусть больше будет у нас маленьких детей, пусть дольше живут наши родители, пусть все чебоксарцы будут абсолютно счастливыми в этом городе. С праздником вас! Чебоксары, добрый вечер! Нам сегодня 550. С праздником всех! Чебоксары – город с богатой историей, самобытной культурой. Здесь живут добрые, целеустремленные, умные люди. Вместе с главой Чувашской Республики, с Михаилом Васильевичем Игнатьевым, вместе с вами мы долго готовились к этому празднику. Мы многое вместе с вами сделали. Мы обучили детей истории. Мы почтили всех ветеранов. Мы ввели много социальных строительных объектов. Мы создали рабочие места. Мы вместе благоустраиваем комфортную среду и повышаем качество жизни в нашем любимом городе. Мы хорошо провели сегодняшний день, день празднования. К нам приехали друзья, к нам приехали гости. И вместе сегодня на сцене вы видите наши друзья из пилотажной группы «Стрижи», которую возглавляет военный летчик, полковник авиации Сергей Иванович Осякин. Поприветствуем его! Мы обязательно ему предоставим слово. Ну а сейчас еще раз хочу вас всех поблагодарить за ваш труд, за вашу помощь, за вашу поддержку в реализации объектов на территории города Чебоксары. Желаю всем здоровья, удачи, счастья. Пусть сбываются все ваши мечты. С праздником вас! Год в честь 550-летия города Чебоксары изготовлены памятные медали в количестве 550 единиц. Они вручаются чебоксарцам, кто своим личным участием способствовал развитию престижа столицы Чувашии и внес вклад в ее развитие и повышение авторитета. Памятная юбилейная медаль вручается председателю Кабинета министров Чувашской Республики Ивану Борисовичу Моторину. Памятная юбилейная медаль вручается высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому, почетному гражданину города Чебоксары.
памятная юбилейная медаль вручается гвардии полковнику, заместителю начальника 237-го центра показа авиационной техники Сергею Ивановичу Осякину. Певческое поле. Громче, громче, громче. Весь город Чебоксары. Сегодняшний день войдет в историю. Прямо сейчас памятное фото под громкие аплодисменты всех присутствующих. С праздником, любимый город! Громче, громче! Слово предоставляется гвардии полковнику, заместителю начальника 237-го центра показа авиационной техники Сергею Ивановичу Осякину. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Чебоксары! Вы знаете, какое счастье сегодня быть с вами, разделить с вами этот прекрасный день, этот замечательный праздник. Вы знаете, становится уже хорошей традицией участие пилотажной группы «Стрижи» в праздничных мероприятиях в городе Чебоксары. И каждый раз, летая над вашим замечательным городом, мы воочию можем убедиться, насколько он красив, насколько он современен. Дорогие друзья, дорогие чебоксарцы, разрешите мне от лица всех летчиков, здесь присутствующих, выполнявших сегодня полеты, поздравить вас с этим прекрасным днем, пожелать вам крепкого здоровья, бодрости и силы духа, мира, счастья и добра. Стрижи были с вами, стрижи сегодня с вами. Я абсолютно уверен, что всегда стрижи будут с вами. С днем рождения, Чебоксары! Будьте счастливы, дорогие друзья! Мира вам, счастья и добра! Ура! Ваши громкие аплодисменты, город Чебоксары! Певческое поле! С днем города! Уважаемые почетные гости, спасибо вам огромное! Спасибо нашим бравым друзьям, стрижам! А давайте еще раз все вместе дружно крикнем «С днем рождения, любимый город!» Ура! Ну и, конечно, друзья, в день рождения, а тем более в юбилей, принято дарить подарки. И я думаю, что для всех присутствующих будет настоящим подарком выступление следующих артистов. Я не побоюсь этого слова. «Гордость России!» Дорогие чебоксарцы и гости столицы, встречаем на сцене музыкальный феномен 21 века. Любимцев публики. Этому коллективу рукоплещет весь мир. От Парижа и Берлина до Нью-Йорка и Пекина. Встречайте, достояли страны хор Турецкого, основатель и лидер, заслуженный народный артист России Михаил Турецкий. Дорогие чебоксарцы, дорогое певческое поле, вас не слышно! Где вы? Громче, громче, громче! Вот ты знаешь, Анна, я думаю, что у любого города, как у любого человека, глядя ему в лицо, можно сразу придумать эпитет. Вот когда ты смотришь на Чебоксары, что самое первое приходит тебе в голову? То, что Чебоксары — это комфортный город.
гулять по улочкам и проспектам вместе со своей семьей, с детьми, с близкими и родными, прогуливаться по набережной Московской – это одно удовольствие. Ты знаешь, а вот я вот, глядя на Чебоксары, понимаю, что такой почтенный возраст – 550, но я никак не могу сказать, что это, извините, старичок. Мне кажется, что это молодой мальчишка, которому лет 20, и он устремленно смотрит в будущее. Друзья, вы согласны? А еще раз, вы согласны? Отлично! Тогда, мне кажется, в знак согласия, как я люблю говорить, давайте поднимем руки выше к небу. И таким образом, чисто символически, мы разгоним все-все тучи над городом, над любимой столицей. И тогда мы разгоним все невзгоды, которые могли бы случиться на нашем пути. И будем счастливы, друзья! Чебоксары – это город активных людей. Ты бы видел, сколько сегодня горожан и гостей столицы принимало участие в праздновании Дня города. Между прочим, это уникальный день. Это праздник, который проходит на земле, на воде и в воздухе. И действительно, пилотажная группа «Стрижи» это сегодня доказала. Но ты знаешь, я хочу сказать, что вот уже целую неделю наша столица празднует свой день рождения. Потому что ведь официально 3 воскресенье августа является днем рождения нашего города. И я хочу заметить, что, например, вчерашний велопробег меня очень сильно удивил, потому что я думал, что он никогда не закончится. Такое большое количество велолюбителей было на нем. Тогда, очевидно, можно сказать, что Чебоксары – это город спортивных людей. Безусловно, друзья, Чебоксары взрастили олимпийских чемпионов, чемпионов Европы. Ну и, конечно, друзья, между прочим, Чебоксары – это еще и город талантливых людей. Совместно с Русским радио городская администрация проводила конкурс для того, чтобы сочинили гимн в честь 550-летия города Чебоксары. Более 100 музыкальных произведений было написано, и 10 песен прошли финал. И пусть сейчас над певческим полем загорятся яркие огни, и мы споем все вместе дружно гимн городу Чебоксары. 550 лет! А вместе с нами финалисты хорошей премии Русского радио. Вы готовы, Чебоксары? Чебоксары, вы готовы? Тогда встречайте гимн в честь 550-летия столицы! Где солнце играет с волной, затаился город сердцу родной. Разукрашен узорами тысяч цветов город детства, словно из радужных снов. Мы растем и взрослеем вместе с тобой. Помним корни, опыт матерей и отцов. Босиком вновь среди зеленых аллей наши дети будут гонять голубей. Как стаи белых птиц.
я снова вернусь, верну свои объятия. И пусть летят года с тобою навсегда. И для тысяч людей ты стал очень дорог. Я люблю Чебоксары, это мой город. Мы слышим голоса, и мы споем. Хочется любить, творить, в котором хочется жить и работать, а также растить, конечно же, наше будущее поколение, наших детей. Ну а мы выражаем благодарность нашим партнерам, которые помогли сделать наш праздник ярче и краше. Отдел «Финстрой», «Стройтрест номер 3». Мы выражаем благодарность кондитерской фабрике «Ахон», группе компаний «Торис», «Сбербанк», ВТБ Банк. Спасибо вам большое. А мне, друзья, хочется, чтобы прямо сейчас мы все поаплодировали друг другу, потому что люди, которые населяют такие замечательные города, они, собственно говоря, и будущее этих городов. Давайте все вместе покричим и пошумим. С днем города Чебоксары! Ну и, конечно, гости столицы, мы рады видеть вас у нас в гостях. Все это специально для того, чтобы здесь, на этой сцене, творился праздник, друзья, в честь 550-летия. Ну а прямо сейчас вы готовы встретить феномен 21 века? Отлично, тогда встречайте на сцене хор Турецкого, основатель и лидер, народный артист России Михаил Турецкий. Добрый вечер, Шупашкар! Нам 550, рожденный в 15 веке, великий город и музыка наших сердец. Сегодня в Чебоксарах я хочу, чтобы нам нужны ваши ручки. Как настроение города? Нет жизни только майский день, где все танцуют и поют, и расстаются люди здесь, и счастья ждут, и слезы льют. Музыка, 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 то печаля, то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которой кружит земля. Смеется музыка, 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 и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Нет, мы
сердце. Музыка, 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 помещая твой взгляд. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, 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 и валик не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Нам нужны ваши ручки к лету. Еще лето веселья. Чебоксары! Играет на дудочке, от которой грузы земля. Льется музыка, 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 и валик не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Бесконечная, вечная, мудрая. Мы счастливы приехать к вам в гости. Спасибо, что вы с нами. Лай-л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 ай-
Дорогие друзья, мы счастливы приехать к вам в гости. Это хор Турецкого, легендарный коллектив. Для начала классика при таком скоплении людей. Великий композитор Джакомо Пуччини. Опера «Турандот». Такое не услышишь каждый вечер под открытым небом. Ария принца Калафа. «Нессун Дорма». И пусть твой поцелуй. Наши голоса сегодня слышны в космосе. Дамы и господа, звезда
по имени Шупашкар. Великая песня, легенда русского рока. Виктор Цой, сегодня в вашем городе. Я хочу, чтобы пели все. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом шел и дым, городу 2000 лет. Все вместе прожиты по светам звезды по имени Солнце. Ответили! Солнце! Здорово! Поем вместе! И 2000 лет война. Война без особой причины. Война делом молодых. Лекарство красная, красная кровь, через час уже просто земля, через планетские права, через сия на слово жива, и согрела лучами звезды по имени Солнце. Артист России Евгений Кульмис, 28 лет, Коря Турецкого. Скажи что-нибудь городу, Жень. Дорогие друзья, с праздником вас! Мы очень рады быть в вашем городе, мы вас очень любим. Спасибо. Друзья, это большая привилегия видеть динамично развивающиеся Чебоксары. Мы в Чебоксары приезжаем уже, наверное, 10-й раз и видим, как растет ребенок. Город сияет красотой, глянцем, чистотой. Спасибо за вашу работу. Это гордость страны. Чебоксары, с праздником, с юбилеем. Мы хотим увидеть счастливые лица горожан. Павел, давай организуем счастье в городе прямо сейчас на певческом поле. Дорогие друзья, я бы попросил каждого поднять одну руку вверх. Только Подсветите поле! Поле, подсветите немножко. О, отлично. Вот оно, поле певческое! Сколько людей!
На раз давайте качнем вправо. И раз. На два влево. И два. Повторим. И раз. И два. И раз. И два. Молодцы! Запомните это простое движение и повторяйте его вместе с нами в припеве нашей следующей песни. Счастья вам всем! Я мечтаю о том, чтобы счастьем наполнилась наша вселенная. Трехмерный фантом направляю к источнику света неземного. Город счастливых людей, наши счастье — это здесь и сейчас. Каждый день можешь снова начать. Ночь освещает и плачет свеча, и лишь иногда приходит печаль. Счастье есть, его не может не быть. Счастье в каждом миге лови. Счастье в каждом миге любви. Ручки! Я мечтаю о том, чтобы счастье наполнилось наша вселенная. Трехмерный фантом источнику света неземного. Счастье — это когда нет войны. Счастье — это когда все равны. И неважно, с какой стороны, мы все видим сны, мы дети весны. Счастье есть, его не может не быть. Счастье — это не лови. Счастье — это не любви. Счастье — любовь. Спасибо за настроение. Цветы от города. Давайте пошумим, поаплодируем. У нас юбилей. Конечно, все будет. Все понял. Я здесь, никуда не ухожу. Я ваш. Друзья, мы продолжаем. Песня, которую мы сейчас споем, народная. И я хочу, чтобы вы ее спели вместе с нами на певческом поле. Давай с нами. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не так. Но что хорошее не забывается. Все хорошее и есть.
любовь поселится. Если поверишь в это, сердце не закрывай. В сердце необитаемо снова любовь поселится. Но и о том, что было, даже мужчины поют. Это значит, хорошая экология в городе. Выбирай любого. Нормально. Еще одна песня, которую мы споем с городом. Море вернулось, говор ручьями. Песней прибоя рассвет пробудит. Сердце как друга море встречает. Здорово! Сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам. Встречу их в детские сказки на синих ладонях несет корабли.
собой все. Народное караоке сегодня в вашем городе. По-моему, мы мешали городу петь. Только поиграйте, маэстро. Раз, два, три. Преданным. Для Чебоксара, для великого юбилейного города, слабый звук. Покажем миллионникам, что такое Чебоксары. Ну-ка, играйте еще раз. Раз, два, три. О, море, море. Преданным скалам. Вместе с собой, с собой, с собой возьми. И вместе со всем городом с собой поехали. С собой. О! Наших людей надо мотивировать. Скажешь, покажем миллионникам, сразу звук усиливается. Надо зацепить за живое. Друзья, еще одна песня, которую вы не сможете нам подпеть. Последний раз она звучала в Лондоне 25 лет назад. При таком же скоплении людей на стадионе Уэмбли в исполнении рок-идола всех времен Фредди Меркьюри и оперной дивы на все времена Монсеррат Кабале. На сцене одни мужчины. Великая музыка на английском и итальянском. Сегодня в Чебоксарах. When all the soul is taken from the sea, I stand in the throne. I'm naked and I'm blue. But when your finger points to
Оставьте себя. Классика – это много возни и очень мало аплодисментов. Давайте пошумим. Поаплодируем. Великая музыка и коллекционные голоса под открытым небом. Ну что, мы продолжаем. Сейчас наш инь сменится здесь янем. То есть поменяется пол на сцене, друзья. Вместо парней выйдут девушки. Маэстро музыку. Министерство культуры Российской Федерации дарит сегодня Чебоксарам проект «Сопрано Турецкого». Встречайте. Микрофона о любви к городу Чебоксары. Давай. Евгения Фанфара, добрый вечер! Как дела, Женя? Женя! Женя!
гудок разбудил городок. На причале толпится народ. Все волнуются, ждут только 10 минут. Здесь всего лишь стоит теплоход. Здесь всего лишь стоит теплоход. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего сюда, и казалось тогда, что ты мне предназначил судьбу. А потом целый год я ждала теплоход, чтобы вновь повстречаться с тобой, чтобы вновь повстречаться с тобой. Чебоксары! На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце я того, что не сбудется, жду. Первый снег в городке, первый лед в реке. Я к тебе по нему не дойду. Я к тебе по нему не дойду. Следующая песня. На берегу великой реки Волги мы хотим спеть ее вместе с вами. Договорились? Мы серьезно. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Издалека долго течет река Волга,
Чебоксарские мальчишки и девчонки подпевают. Не будем. Послушаем город. Здорово. Лучше поют. Подскажи. Среди хлебов спелых. Белых. Уроженка Пермского края Анна Королик. Спасибо. Дай Бог счастья, процветания Чувашии, Поволжье, всей России. Мы вас безумно любим, и мы должны быть счастливы, потому что мы все этого заслуживаем. Ты все, что нужно мне! Страсть моя туманит разум, но поет лишь сердце сразу.
Оксана. Сопрано турецкого. Давайте пошумим. Поаплодируем. Спасибо! Как настроение, город? Еще пару-тройку песен, парни. Продолжаем. Аплодисменты города. Стая мужчин поет о любви вам, дорогие женщины. Это очень здорово. Дорогие друзья, мы нужны друг друга. Мы друг за другом, как за каменной стеной. И об этом еще одна песня. Давайте поаплодируем тебе, Республика Чувашия и город Чебоксары. Спасибо за то, что выглядишь великолепно. Тебя, любовь моя, все чаще вижу я, то на ходу, то на бегу. Споем. Считаю все друзья, что я лишь тень твоя, но быть я тенью не могу. Все вместе. Я за тобой. Как за спиной. Стена. Здорово! Светёт Марина.
Чувашия, увенчана столицей, городом Чебоксары. Мы нужны друг другу. Скажем вместе, я за тобой. Я за тобой, как за стеной. Отлично! Молодцы! Чувашия! 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 Я сегодня заезжал из Нижегородской области в Чувашию, и я был горд тем, как выглядит республика. Друзья, спасибо за вашу работу! Давайте пошумим! С тобой и навсегда! Мы на финишной прямой! Мы всегда будем вместе! Россия! Чебоксары! Прочь прошлого тени на ветру, запах свободы на утру. Чебоксары, легендарный коллектив хор Турецкого. Нам, конечно, не 550,
но тоже прилично. Нам 29 лет, это хор турецкого «Москва-Россия». И мы счастливы быть у вас в гостях. В знак особого уважения. Сегодня здесь, под открытым небом. Давайте сюда выйдем, ребята. С учетом того, что представители духовенства есть. По старинной российской традиции. Мы говорим Российской Федерации. Республики Чувашия, городу Чебоксары и всем здесь ныне предстоящим многое лето в полной тишине в космосе без микрофонов. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь Господи Российской Федерации, Республике Чувашия, городу Чебоксары и всем, всем ныне предстоящим, и сохрани их на многое. Все скажем нам 550! Нам 550! И так будет всегда. Великому городу Чебоксары слава, процветание, многое лето и благословение Всевышнего. До новых встреч! Мы вас любим! Которые дарили интригу весь вечер. Яркое шоу начинается прямо сейчас. Сейчас. Благодатных вод мой богатырь улыб земли коснулся.
холмов и впадин хоровод, услышали дыхание пульса жизни. Народ мой, путь твой будет длинный среди потоков чистых рек. Несите гордо знамя мира, достойно слова «человек». Укоренитесь в добром духе, растите смело глядя ввысь. Тогда плоды от древа жизни вам будут в радость. Оглянись, какая красота повсюду, творенье любящей руки, восход трех солнц, светил небесных вдоль берегов большой реки. Заката в пурпурном благородстве дней, наш символ доблестью богатый, трех солнц и древа, что сильней? Часы времен и ветры перемен, отлаженный и чуткий механизм. Столетия – подвижный монумент, живой архитектурный организм. Начало – это камень основания, затем фундамент, крепость, пост. Рубеж для тех, кто дорожит преданием, для поколений – это мост. Пройдя сквозь звон мечей булатных, сквозь едкий дым былых потерь, в надежных латах Чебоксары, люби его, люби и верь. Лет. Гремят фанфары.
Чебоксары! С праздником! С днем города! Ура, ура, ура! Ну и наступает кульминация нашего вечера над акваторией Чебоксарского залива. Над городом Чебоксары прозвучат залпы салюта. Ну а для того, чтобы эти залпы мы увидели в нашем праздничном небе, нужно начать, собственно говоря, обратный отчет вместе с нами. Весь город Чебоксары, все вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чебоксары, город, который объединяет, которым хочется любить, работать, жить. Чебоксары, город наших побед. С днем города!
свет, пусть входит в дом наш дверь, пусть радуга играет и волга и тверца. День города вступает, и в город и сердца. День города, день города, и сталь его, и молодость. День города, день города, наш праздник болгарит. День города, день города, в сердцах нет места холоду. День города, день города, наш праздник болгарит. День города, день города, а значит земляки. Пусть города катит воды, великая река, не новые и годы, и в новые века. День города, день города, и старь его, и молодость. День города, день города, наш праздник Болгарии. День города, день города, всем занят место холоду. День города, день города, наш праздник Болгарии. Thank you.